достали. Перед тем, как мне прислонить, просто бутылком. Треть. Тебя никто не хватит. По лицам я читал, что это какой-то кошмар был. Никаких эмоций. Просто никаких. Родился я в городе Ленинграде в 64 году. Моя мать меня отдала в Смольнинский приют. И от меня отказалась. Я видел в жизни два раза. Один раз, когда был в детдоме, как тетя. Откуда грешила моя мать? Она могла, вот, допустим, сейчас подойти и просто сесть на меня. Я там ручонками брык-брык-брык. Ну, короче, не до смерти. Некому пожаловаться. Я еще не понимал, что такое можно куда-то пожаловаться. Просто однажды шли и сказали, подписывай, а то денег не хватит. Пушку достали, перед тем, как мне прислонить, просто бутылком. Подписал. Я почему и выжил, то что и использовал свои навыки. Вечером перед Пасхой прибежала хозяйка. Так и так, надо срочно делать полы, потому что у меня идет опороз, надо сеноматку дельно стоил, но там не было полов. Мне надо было, чтобы поставить распорку, подпилить. Я взял бензопилу. Когда выпилил, у меня цепь попала на скобу. А ввиду того, что я был в наклоне, это все и прыгнуло. А плюс пила была без тормозов. Мне просто повезло, что у меня череп не раскрылся. У меня лицо было как цветок, просто вот так. Я не видел себя в зеркало, но по лицам я читал, что это какой-то кошмар был. Да, самое операционное, я не терял сознание. Наркоз мне сделали местный, и чтобы я вообще, как говорится, с ума не сошел, мне хирург сам сказал, ты со мной разговаривай. Я понимаю, говорит, тебе все схватил. Все равно разговариваю, не отключается, потому что тебе плохо будет. Но ввиду того, что у меня не было ни документов, я не мог обратиться к врачу. Во-первых, я не мог дойти. Скажу он, иди отсюда. Много от таких шляет. И с этим я столкнулся. Мне здесь помогли собрать документы. Благодаря этой организации я еще умудрился за год сделать инвалидность. Готовлюсь к операции. Мне надо ходить. Я ногу развиваю и приятно полезно. Я здесь по нескому ушел. Сигарету тяну, курить не могу. И молодой такой мне плачет. Ой, да я уже не все видел.
Я на него так смотрю и думаю, что ты делаешь?